tādā ziņā dzirdēt, un to es vienmērķi tiem mūsu nīcēt. Ваш комментарий сегодняшней встречи. Да, обидно, что мы потеряли сегодня очки. Но я больших претензий не могу предъявить команде. Единственная претензия – это реализация тех моментов, которые были. Было создано достаточно моментов, вопрос реализации. Это единственная ситуация, которая меня, скажем так, огорчила. Но будем работать над реализацией. Будем двигаться дальше по дистанции, идет турнир, идет борьба. Будем жить дальше. Ваш коллега отметил, что футбола было мало, как бы да, с этим можно согласиться. Второй тайм. Почему как бы команда не смогла взять под свой контроль мяч? Но я не согласен, что команда не смогла. Мы контролировали мяч где-то до 75-й минуты достаточно хорошо. Вот почему 75-й минуты мы перешли на ситуацию Навала. Такой команды не было. Но это объясняется прежде всего желанием добиться результата. И немножко эмоции, на мой взгляд, они сломали ту структуру игры, которую хотелось бы видеть. У Павлова травма, он пока выбыл, ну, по крайней мере, недели на две. А с Звенейским какая ситуация? Что-что? С Звенейским. Ну, с Звенейским там, я думаю, что там пока, на то, что касается характера травмы, это нужно будет смотреть через два дня на МРТ. Но там повреждение колена, в какой степени, это сложно сказать. Надеемся, что там обойдемся наименьшими потерями в этом плане. Там и Борисов тоже сотрясение. Какой степени сложности это покажет сейчас время, потому что нужно тоже прошло что пару дней понять, что какой степени тяжести сотрясения. После столкновения с Атаря? Да. Да, да. Там и такая ситуация, что нужно подождать. Самое главное, что поделать. Чтобы ребята были живы и здоровы. Просто по-человечески. Обратная замена по-видимому с чем связана? Она связана с желанием усилить игру. Двойная замена с желанием усилить игру. Потому что нужно было освежать и среднюю линию, и немножко поменять заднюю линию тоже, чтобы там структурно под левую ногу Пасеков более четко работал с левой стороны. На левую центральную защиту. Вообще команда соперника вас чем-то удивила? Ну, я до игры говорил, и сейчас говорю, что команда очень хорошая. Мы понимали, что команда играет в очень хороший футбол, несмотря на возраст. И сегодня она продемонстрировала, что те наработки, которые у них есть, мне команда очень понравилась, и исходя из увиденного, и исходя из сегодняшней игры. Но вопрос в том, что мы просто свое должны реализовывать, вне зависимости от того, с кем мы играем, на какая команда. Этого сегодня немножко не хватило, но живем дальше. Чемпионат продолжается. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.